Последние приготовления к проведению выборов президента Казахстана идут и за рубежом. В посольстве нашей страны в Японии представили список избирателей. В стране восходящего солнца в настоящее время проживает более 120 казахстанцев, имеющих право голоса. Это и студенты, обучающиеся в различных университетах, и работники японских компаний, и командированные на длительный срок. А также женщины, состоящие в браке с японцами. Проживают они в разных регионах, по данным консульского отдела, в 18 префектурах страны. А избирательный участок находится в Токио, в здании посольства Казахстана. В соответствии с действующим законодательством и методическими инструкциями посольством Казахстана в Японии проведена необходимая работа, были разосланы необходимые информационные сообщения и материалы о всем гражданам Казахстана, которые проживают на территории Японии. Надеемся, что 26 апреля то есть все граждане, которые проживают здесь в Японии или находятся в командировках с различными визитами, смогут спокойно прийти и проголосовать.